Люди думали, что им подарили обычного щенка, но спустя некоторое время они были в шоке, когда узнали, кто у них вырос. Сначала было все хорошо, щенок вел себя абсолютно нормально, но спустя некоторое время начали происходить странные вещи. Например, то, что он был постоянно голодный, никого к себе не подпускал, и он становился огромных размеров. Испугавшись это существо, люди отдали его в приют. Перед тем, как усыпить животное, ветеринары сделали тест на ДНК, и оказалось, это была не собака, а самый настоящий волк, причем гигантских размеров. Не побоявшись этого волка-мутанта, приют оставил его себе, и, как выяснилось, хищник оказался добрым, но только с теми, кого он знал.